13:59 в Казанском торговом центре «Порт» произошел пожар. Очаг возгорания находится на первом этаже. За несколько часов площадь пожара увеличилась в 10 раз, с 20 до 200 квадратных метров. Из здания эвакуированы 20 человек. По данным МЧС, имеется угроза обрушения конструкций. Тушение пожара продолжается, на месте работают более 315 представителей экстренных служб.